21-й съезд партии «Единая Россия» – ежегодное мероприятие, в рамках которого главная политическая сила страны представляет планы развития государства, их обозначил Владимир Путин. Поддержка участников СВО и их семей, создание проектов и конкурсов для помощи талантам, продвижение механизмов местного самоуправления и народовластия, развитие экономической, социальной, культурной сфер. А в 2024 году, посвященном семье, новые форматы поддержки материнства, детства и наставничества. Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей. В своем выступлении президент подчеркнул, каких итогов удалось достичь за два десятка лет работы «Единой России» и какие задачи стоят перед страной сейчас. Решение вопросов обеспечения безопасности, суверенитета и дальнейшего развития нашей страны – это главные вопросы, которые стоят на повестке дня. И решение сегодняшних задач будет ставить перед нами все новые и новые. На это президент обратил особое внимание. На съезде отметили тот большой путь, который прошла наша страна с момента начала руководства страны Владимира Владимировича и на сегодняшний день. И, конечно же, эти векторы необходимо продолжить. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обозначил важность консолидации представителей партии и всего общества перед выборами главы государства. Единогласным решением депутаты поддержали выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. Мы находимся на историческом рубеже, мир перестраивается, растет турбулентность геополитических процессов. И именно в этот момент, как никогда раньше, нам нужна политическая воля главы государства. На политическом ландшафте России вижу лишь одного человека, который может ясно видеть цель, преодолевать внутреннее и внешнее сопротивление, проявлять настойчивость. Это действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Владимир Путин будет баллотироваться на должность президента как самовыдвиженец. Еще один итог съезда – ротация состава Высшего и Генерального Советов партии. В состав последнего вошел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.